Это ужаснейшее чудовище. Три кота, приди. Тихо, тихо, тихо. Это Карамелька, это ребята. Всем привет, ребята, с вами Королева Мистики, и меня зовут Ирина Ясинская. Сегодня мы с вами будем, друзья, вызывать духов. Я знаю, что вы соскучились, давненько мы не вызывали духов. Со мной, конечно, собака Лаки. Всем привет, скажи, Лаки тоже с нами обязательно будет вызывать духов. Все, кто помнит Лаки маленькой, поставьте, пожалуйста, в комментариях плюс. И обязательно, друзья, не забудьте включить VPN. Да, сейчас это даже важнее, чем подписаться на канал или поставить лайк. Но это тоже обязательно сделайте. Так, друзья, сегодня мы будем вызывать духа зомби. Угадайте, кто это, напишите прямо сейчас в комментариях. Хотя тут уже написано, ну, в общем-то, да. Лажа. Ну ладно. Короче говоря, сегодня будем вызывать духа зомби Картон Кэт Карамельки. Она, видимо, существует, ребята, и, насколько мне известно, она весьма очень-очень жестокая. А вызывать мы ее будем необычным способом, а при помощи проклятого рисунка. Итак, друзья, вызываем духа Три кота, а именно Карамелька зомби Экзе. Погнали! 24 часа с духом. Пау! Так, как этот способ выглядит? На самом деле я заранее нарисовала, потому что, угадайте, где я нахожусь, конечно же, это дом мистики. Здесь еще найдены нами старые артефакты. В общем, мы нарисовали на листке. Написала я обязательно вот три кота. Кстати, написала английскую букву «Р», по-моему. Ну, пофигу, уже все языки перепутались. И нарисовала карамельку в виде зомби с черными глазами и с зубами такими. Вот здесь вот обязательно написала «Карамелька». Это важно, ребята. Если вы соберетесь вызывать какого-то духа по рисунку, нужно написать какой-то дух и так далее. И также у меня есть планшетка. Как вы помните, от доски для вызова духов обязательно нужна планшетка. И еще один недостающий артефакт. У нас здесь, как вы знаете, дом мистики немножечко, короче, бомбанулся. Просто упал. Здесь вы видите очень-очень много наших кукол Вуду, которые мы делали, вызывали духов. Дом бомбанулся, но мы его восстановим. Здесь у меня лежат реквизиты. Кстати говоря, кукла Вуду на сиреноголового. Ребята, вы помните это? Это ужаснейшее чудовище. Просто поглядите. Самая жуткая кукла Вуда в мире. Кстати, можно повторить этот вызов духов. Итак, вот здесь у меня невероятные вещи, которые мне пригодятся сегодня для вызова духов. Проклятое зеркало. Посмотрите, при помощи зеркала тоже можно открывать порталы. Кстати говоря, этот способ тоже можно использовать. О, жуткий пупс. Так, ладно, что у нас тут еще? Сети специальные для ловли вызова духов. Свечи. Так, короче говоря, сейчас мы что-нибудь найдем. То, что нам необходимо. Обязательно, ребята. Так. Ну, может быть, воспользоваться зеркалом или высыпать все. Тут там никак я не достану. Так, проклятые разрезанные игрушки тоже находятся здесь. Так, свечи. Ого! Вот что я нашла. Вот это офигенная вещь. Лучше даже, чем зеркало. Проклятый черный телефон. Может, у кого остался старый проклятый черный телефон? Смотрите, короче говоря, сейчас. Друзья, не обращайте внимания на то, что я в зимней куртке, потому что лето у нас не задалось, и на улице где-то градусов 13, а ощущается вообще как градусов 10. Ладно, тащим телефон. Надеюсь, получится. Да, точно получится. Стопудово. Стопудово получится. Но самое интересное, как выглядит на самом деле три кота карамелька зомби. Просто жутко. Я надеюсь, что она на меня не нападет. Но жутковато. Так, ладно. Смотрите, в чем суть вызова этого духа. Все очень просто, ребят. Все очень просто. Нужно только телефон, а желательно проклятый черный, как у меня. Но можно и по обычному сотовому, я думаю, попробовать. Но так будет круче, точно будет стопудово. Смотрите, сейчас мы снимаем трубку, прикладываем ее, соответственно, к уху. Но сначала мы набираем номер, проклятый номер 3 шестерки. Так, где у нас шестерка? Так, давай, раз. А, завис. Два. А, кто по мне ползет? И 3 шестерки. Обратно, дружочек, давай. Так, теперь 3 кота, приди. 3 кота, приди. 3 кота, приди. Вы слышали это? Карамелька, алло, это ты? Карамелька, это ты? О, есть. Так, ребята, мне кто-то ответил, значит, дух уже близко. Вторым этапом нужно обязательно при помощи планшетки и при помощи рисунка отыскать карамельку зомби XZ. Здесь где-то она рядом, потому что я слышал, что она ответила на телефон. Сейчас с вами отправимся искать ее. Так, карамелька экзе, приди. Карамелька экзе, приди. Карамелька экзе, приди. Так, ребят, погнали. Так, если мы... Лаки, ищи. Лаки, ищи карамельку. Вот эту карамельку ищи, Лаки. Черт. Блин, постоянно какие-то ушами. А, я там ее видела. Скорее. Тихо, 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 тихо. Блин, а вдруг она за забором прячется? Нереально. Карамелька, экзе, 3 кота. Черт, наверное, придется при помощи планшетки здесь. Я не вижу ее. Так, ладно, попробуем при помощи планшетки посмотреть. Карамелька экзе. Карамелька экзе. О, ребята, я вижу ее. Это реально карамелька экзе. Она прямо сейчас стоит передо мной. Вы ее тоже видите? Ребята, это просто жесть. Посмотрите, это карамелька экзе. Черт, она исчезла. Она исчезла, ребята. Блин, она ушла в лес. Мне кажется, она была где-то в лесу. Лаки, ищи. Это жуткий голос карамельки зомби из 3 кота. Это карамелька экзе. Она где-то здесь, в лесу. Нереально просто, ребята. Это офигеть. У нас получилось, мы смогли вызвать духа. Карамелька. 3 кота, вы здесь? Короче, ребята... Самое главное, если вы испугаетесь и действительно услышите что-то странное в тот момент, как вы вызвали какого-либо духа по рисунку, в определенный момент нужно порвать рисунок, и дух уйдет. Он покинет этот мир, и ничто и никто не сможет вас побеспокоить. Эй, здесь кто-нибудь есть? Карамелька экзе. 3 кота. О, черт, вы видите ее? Это карамелька экзе, ребята! Реально, это она! Она опять исчезла. Ребята, ну вы видели ее? Она здесь, в этом лесу, и она какая-то странная, ребята. У меня аж мурашки по коже. Господи, что это такое? Поглядите, что это такое? Офигеть, это сердце, проколотое гвоздем. Причем сердце как будто куклы Вуду. Офигеть, становится жутковато. Походу, карамелька экзе хочет проткнуть мое сердце гвоздем ржавым. Офигеть, ребята. Проклятый бермудский треугольник. Здесь, на этом месте. Черепа. Офигеть, просто поглядите. Так, что-то мне это уже не нравится. Тут какие-то закопанные черепа по кругу. Это проклятый лес. Здесь все страшнее и страшнее. Что это? Слушайте, что это такое? Офигеть. Слушайте, это карамелька сделала. Это, походу, сделала карамелька.